Кабинка, отсюда начинаем. Артемий резкий. И теперь пас. Держи. Одновременно двигаемся мы. Два игрока двигаются по диагонали. С колонны дается пас. Вы отыгрываете обратно. Да-да-да. Этот игрок ушел, получается, в другую сторону угол. Получается, здесь опять пас, игрок смещается в эту сторону, получает обратно в борт, игрок на ворота. Юра! Туда, Виталь! Понятно, что дистанция была больше. Что мы сейчас сделали? Это стоим в большинстве. Мы даем пас игроку в центре. Центровой должен отыграться в одно касание. Здесь перевод. Край или в левый, или в правый. Просто продолжения у нас не было. Продолжение, по принципу, этот игрок должен сюда набегать на дальнюю еще штангу. Тут идет или бросок добивания, или пас вдоль ворот. Понятно? Тебе кажется быстро? Быстрее, когда упал, мы слышим. Две секунды. Насильники, помоги! Где насильники?
правильно. Скажи, как мне надо играть? Подскажи. Как себе играть? Подскажи. Спокойненько. Вот особенно здесь, да, в своей зоне. Если там не все плюс-минус прикрытия, то сыграй со своим защитником. Просто потеря за потерей! О, бля! Вот это...